Вернулись окрыленными. Воспитанники Ивановской студии творческого развития Константина Хабенского «Перения» побывали в Москве. Там они посмотрели спектакль «Поколение Маугли». Это своего рода отчетный спектакль, демонстрирующий результаты работы благотворительного фонда, задача которого – дать возможность детям из разных уголков страны заниматься творчеством. Мы хотели съездить на спектакль «Поколение Маугли» для того, чтобы показать детям, что делают их сверстники, такие же обыкновенные дети, школьники, которые ходят в студии в разных городах. То есть какая работа проделана этими студийцами и для чего это сделано? Потому что основной упор здесь идет на то, что все то, что они умеют прекрасно делать, и танцевать, и петь, все это делается для того, чтобы спасти жизни вот тех вот трех конкретных ребят, фотографии которых видят в течение спектакля зрители. В Иванове студия творческого развития Константина Хабенского открылась только в этом году. Здесь проходят занятия по 5 направлениям, призванным раскрыть творческие способности детей. Мы занимаемся хореографией, сценическим движением, сценической речью. Я попал еще в вокал. Обучение в студии началось 12 сентября, но ребята говорят, что даже за это небольшое время уже успели проникнуться атмосферой творчества и сдружиться. В студии мне очень нравится, я бегу сюда с улыбкой, и иногда бывает даже, что я прихожу раньше занятий, чтобы увидеть со всеми пообщаться. Все занятия для студийцев бесплатные, потому среди желающих обучаться пришлось провести кастинг. В итоге отобрали 230 человек. Однако, принимая решение, взять ребенка или нет, педагоги смотрели не только на творческие способности. Очень многие приходили и говорили, я ничего не умею. Говорили, а зачем ты сюда пришел? Он говорит, я не умею общаться с сверстниками, меня никто не слушает. Или говорили, я так тихо говорю, что надо мной все смеются. И ну, таких брали в первую очередь. Или приходили дети, которые вот у нас есть детки из детского дома, которые просто не могут себе позволить сейчас, к сожалению, все студии, куда бы ты ни пошел, все платные, они не могут себе это позволить. И когда она приходит и говорит, я ничего не умею, вот она искренне на меня смотрит и говорит, я ничего не умею, ни плясать, ни танцевать, я вам ничего не прочитаю, но я очень хочу где-то быть. Таких брали в первую очередь. Во время поездки в Москву ребятам не удалось увидеть Константина Хабенского, но зато они смогли пообщаться со студийцами из других городов, актерами спектакля «Поколение Маугли». Но встретиться с известным актером театра и кино они все же смогут. 29 октября в Иванове состоится официальное открытие студии. Константин Хабенский приедет лично, чтобы познакомиться и пообщаться с детьми. Любовь Кочерников, Андрей Семёлков, РТВ Иваново.